У меня достаточно маленькая сумка, поэтому я не беру теплых вещей часто. Или забываю пальто, если это весна. Я забываю где-нибудь в жарких городах вещи. Так что я сделал вывод, что лучше их с собой не брать много. Я не помню, в каком городе это было. Осенью я сходил на «Интерстеллар». Кто-то был на этом фильме, знает его, смотрел. Ну, он уже вышел, короче, везде, где можно только. Но вы знаете, где их брать, если что. Пока в России эту тему не прикрыли. А, это торрент. Ну, вы понимаете, о чем я. If you know what I mean. И там есть такая сцена, где герой МакКонахи садится на кресло космического корабля и начинает просматривать записи видеодневника его дочери и начинает рыдать над этим. Я считаю, что это одна из самых сильных сцен вообще в этом фильме, и как бы браво Мэтью за это. Ну да, он крутой чувак. Если вы смотрели там «Настоящий детектив», то он вообще нормально. Считаю, что он еще раз пытался на «Оскар» наиграть, но ему не дали. Как и Ди Каприо. Никогда не дадут. А вы знаете, что, кстати, Ди Каприо там какой-то проект взял, где он будет 24 человек играть одновременно? И как бы, если ему за это не дадут, мне кажется, парень пойдет. Ну, я не думаю, что он сильно переживает, но все равно он хочет сильно, аж в 24-кратном размере. Так вот, вернемся к этому фильму. И с тех пор я начал ассоциировать стихотворение с этой сценой, стихотворение, которое я сейчас прочту со сценой в фильме. Возвращайся ко мне поскорее, в гавань полную теплых дней. Заплетается в небо синее клин космических кораблей. Пусть растут между нами пропасти, гаснут звезды и города. Но шепни мне однажды попросту, что останешься навсегда. Я смогу, я сумею выдержать листопады и первый снег, если в сердце моем поселится ожидаемый человек. Мое имя, увы, не значится даже в сотне твоих причин. Но прошу тебя, возвращайся. Я устал засыпать один.